Здравствуйте, меня зовут профессор Вадим Анатольевич Садков. Я являюсь приглашенным куратором выставки «Младшие Брейгели и их эпоха. Голландская и фламандская живопись» из коллекции Валерия Константина Маурхауза. Я рад всех приветствовать на этой выставке, которая, как мне представляется, имеет уникальное значение в нескольких сразу аспектах. Прежде всего, это частная коллекция, которая не предназначена для широкой зрительской аудитории. Это первый аспект. Второй – это коллекция, которая необычайно целенаправленно подобрана. В ней именно сфокусирован интерес на очень специфичном разделе истории старого западноевропейского искусства. Я имею в виду творчество младших Брейгелей, их современников, их последователей и просто в широком смысле судьба брейгелевской традиции в искусстве Фландрии и Нидерландов XVI века. Надо сказать, что коллекция Читы Маурхаус, она безусловно, является самой полной и по количеству, и по качеству среди отечественных частных коллекций старого западноевропейского искусства и является, ну вот с точки зрения представленных здесь материалов, среди которых немало первоклассных, а в некоторых случаях и уникальных произведений, она принадлежит к числу крупнейших, в общем, входит в тройку крупнейших отечественных частных коллекций живописи старых мастеров. Итак, я хочу сказать, что, чтобы понять правильно смысл и контекст данной выставки, следует иметь в виду, что творческое наследие Питера Брейгеля Мужицкого, Питера Брейгеля старшего, основоположника этой династии, оно еще при жизни пользовалось огромным успехом. И Брейгель, с одной стороны, создавал замечательные, отличающиеся необычайной свободой художественного воображения и живописным мастерством произведения, которые коллекционировали искушенные знатоки. Это было как-то предназначено для и зрительской элиты тогдашнего общества. С другой стороны, его рисунки для гравюр, которые популяризировали многие темы и сюжеты его искусства, предназначались для более широких зрительских масс. И так случилось, что Питер Брейгель Мужицкий ушел из жизни в сравнительно молодом возрасте, ему было чуть более 40 лет, и его сыновья, Питер Брейгель-младший, и носивший тоже имя собственное, что и отец, а также Ян Брейгель, которого впоследствии назвали Бархатным, к моменту смерти отца были еще очень и очень в юном возрасте, одному 6 лет, другому год всего-навсего. И, естественно, своего отца они не помнили и учиться у него никак не могли. А спрос на произведения Мужицкого Брейгеля после его смерти продолжал оставаться достаточно стабильным. И вот этот вакуум, эту нишу, образовавшуюся после смерти гениального мастера, восполнили произведения некоторых его младших современников. Это в первую очередь, конечно, Мартин ван Клеве старший. Поэтому выставка открывается произведениями именно этого мастера. Здесь мы видим картину «Возвращение стада», такая творческая парафраза знаменитой картины Брейгеля Мужицкого из Венского музея истории искусств, а также картина, которая изображает сцену избиения младенцев, которая, ну, с незначительными изменениями в упрощенных деталях повторяет знаменитый оригинал Питера Брейгеля Мужицкого из коллекции британской королевы в Бекингемском дворце. Я должен сказать, что случилось, история искусств развивалась так, что Брейгель Мужицкий и творчество его сыновей, вот мы сегодня о них будем подробно говорить, они были популярны примерно в течение целого столетия, до середины 17 века. Потом интерес к Брейгелям заметно ослабевает, и на протяжении 18-19 веков Брейгели считают одними из многих рядовых
фламандских художников той поры. И вот как раз на рубеже 19 и 20 веков происходит открытие в Брейгеле гениального художника. В нем видят не просто рядового мастера, а мастера гениального. Для этого просто эстетические взгляды общества должны были прогрессировать, эволюционировать. Все его работы, ну, их большая часть и лучшая часть находились уже в Вене, а спрос частных коллекционеров и многих европейских и американских музеев, начиная с 20-го столетия, необычайно увеличился. И поэтому известный голландский арт-дилер Питер де Бург в 1934 году в своей частной галерее в Амстердаме организовал ставшую такой историческую и легендарную выставку, посвященную творчеству младшего Питера, который был таким популяризатором, имитатором творений своего отца, и Яна старшего, Яна Брейгеля Бархатного. Это были два совершенно разных по своему творческому складу художника, хотя они братья, хотя они опирались на традиции искусства своего отца. Питер Брейгель-младший был имитатором, популяризатором, как я говорил, творческого наследия отца. Ян Брейгель-Бархатный, наоборот, был художником таким элитарным, писавшим маленькие, тщательно исполненные, преимущественно на бедных пластинах, пейзажи, натюрморты, мифологические, религиозные сцены, которые были адресованы в первую очередь частным коллекционерам, людям, которые обладали развитым художественным вкусом и которые могли оценить его творчество. И если Питер Брейгель-младший со своими картинами, имитирующими отцовские оригиналы, вместе с Питером Мужицким как бы уходит в тень, уже начиная с середины 17 века, то творческое наследие Яна Брейгеля, старшего Бархатного, пользовалось стабильным успехом на протяжении всех последующих веков. Я думаю, что не будет преувеличением, если я скажу, что коллекция Маургауза, которая включает в настоящий момент 19 картин Питера Брейгеля-младшего, она и по количеству, и по качественному уровню превосходит работы этого мастера, хранящиеся как в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, так и в Пушкинском музее, я имею в виду коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея вместе взятые. Когда умер Питер Брейгель-Мужицкий, его сыновья были в очень юном возрасте, и поэтому они не могли у него учиться, а их учителем фактически стала их бабка, теща Питера Брейгеля Мужицкого, Марейке Ферхюлст, художница, которая была известна современникам как выдающаяся миниатюристка. К моменту наступления творческой активности Питера Брейгеля младшего, равно как и Яна Брейгеля Бархатного, многие работы их выдающегося отца уже находились за пределами Антверпена или Брюсселя, и даже, более того, Нидерландов. Но существовали вот эти кальки, вот эти прорези, которые художник, я имею в виду Питера Брейгеля младшего, в дальнейшей своей творческой практике неоднократно использовал, пытаясь максимально оптимизировать творческий процесс. Это при помощи калек как бы наносился контур изображений, и потом уже сам художник и его многочисленные ассистенты, поскольку такого рода произведения пользовались огромным спросом у современников и были сравнительно недорогие по своей цене, они создавались в большом количестве. Этот метод, процесс создания такого рода произведений напоминал вот эти современные детские книжки «Раскрась сам», когда вот наносился контур уже имевшихся композиционных решений, но нужно было проработать детали, нужно было организовать цветовое решение. Поэтому художественное наследие Питера Брейгеля-младшего, оно делится на две большие группы. Первая из них – это точные или слегка редуцированные
реплики, повторы, ну, фактически копии видоизмененные с живописных оригиналов отца, или произведения, созданные в духе, в духе творений гениального Брейгеля Мужицкого, в которых талант, творческий талант, художественное воображение Питера Брейгеля-младшего проявились, может быть, наиболее полно. Очень любопытная композиция «Перепись в Вифлееме», которая является фрагментом большой картины этого мастера, я имею в виду Питера Брейгеля-Мужицкого, оригинал, который хранится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе. Но, как я сказал, это фрагмент сцены, изображающей перепись в Вифлееме. Когда господин Маургаус купил эту картину на аукционе, она имела совершенно другой формат, она была сильно надставлена с верхней части, сверху, и, в общем-то, специалисты понимали, что верхняя часть исполнена совсем другой рукой. Исследования и в инфракрасных, и в ультрафиолетовых лучах показали, что это более поздняя надставка. Картину надставили, но, очевидно, исходя из того, что ее первоначальный формат был таким немножко необычным, неординарным. Поэтому владелец, приобретя картину, он обратился к опытным реставраторам, которые удалили верхнюю часть, произвели расчистку авторской живописной поверхности вот на той части картины, которая действительно создана Питером Брейгелем-младшим, и вернули ей первоначальный вид. Центральное место в экспозиции нашей выставки занимают две работы Питера Брейгеля-младшего. Одна картина – изображение веселой пирушки в день трех волхвов. Это так называемый «Бобовый король» или «Король пьет». Сюжет, хорошо известный нам из произведений других фламандских художников и голландских тоже. Здесь художник демонстрирует во всем блеске свою изобретательность и умение подмечать самые разнообразные жанровые мизансцены. И, конечно, несомненный шедевр, как бы главное произведение на выставке, это картина Питера Брейгеля-младшего «Добрый пастырь». Сюжет и ее история, я имею в виду смысловая нагрузка, восходит еще к популярной со времен ранних христиан идее о том, что Христос, воплощение доброго пастыря, молодой Христос держит на плечах тушку агнца, которая символизирует спасенное человечество. И эта тема трансформировалась на протяжении искусства средних веков и эпохи Возрождения, в то время как Питер Брейгель-младший, очевидно, опираясь на несохранившийся оригинал отца, создает совершенно уникальную интерпретацию данной темы. Здесь добрый пастырь не Христос, который держит, как я уже сказал, агнца на своих плечах, а это в буквальном смысле слова кровавая жестокая сцена, когда волк перегрызает горло пастырю. Все это происходит на фоне красивого фламандского пейзажа, необычайно тонко написанного. И качество живописи этой картины настолько велико, настолько высоко, что еще лет 40 назад она считалась оригиналом самого Питера Брейгеля-Мужицкого. И вот когда наследники выставили это на распродажу в конце осенью 2014 года, конечно, к тому времени уже прекрасно понимали, что эта работа не оригинал отца, а высочайшего качества реплика, исполненная уже его сыном. И доказательства тому можно найти не только вот изучая тончайшие элементы стилистики данного произведения, но и дендрохронологический анализ. Исследователи, занимавшиеся изучением этой картины, обратили внимание на явно портретные черты лица главного персонажа, доброго пастыря, которые совпадают с обликом очень популярного в свое время общественного деятеля Нидерландов, графа Хендрика фан Брэдероде, который был вот одним из создателей вот этого антииспанского национально-освободительного движения. Он возглавлял дворянскую оппозицию, и он как бы принес в жертву свое общественное положение, свои владения
Он был вынужден эмигрировать и закончил свои дни на чужбине. И неудивительно, что вот как добрый пастырь Христос приносит себя как во имя искупления грехов человечества, так и наделен, этот персонаж, наделенный чертами лица, обликом графа фон Бредероды, вызывал вполне конкретные и исторические, и такие социальные ассоциации в глазах современников художника. У посетителей выставки имеется прекрасная возможность сравнить две реплики, исполненные Питером Брейгелем-младшим и его братом Яном Брейгелем-бархатным, две реплики одной и той же отцовской композиции. Я имею в виду «Зимний пейзаж с конькобежцами» и «Ловушкой для птиц». Эта композиция, ее оригинал сохранился, он находится в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе, я имею в виду Питера Брейгеля-Мужицкого. Но эта композиция после смерти Мужицкого-Брейгеля была настолько популярна, что из мастерской Питера Брейгеля-младшего вышло не менее 200 повторений, имевших разные размеры, созданные в разные периоды деятельности мастерской Брейгеля-младшего, как им самим, так и его ассистентами. И вот на выставке как раз можно видеть, с одной стороны, реплику, сделанную в мастерской Питера Брейгеля-младшего, которая вот входит в число этих 200, и одновременно маленькую композицию Яна Брейгеля-старшего, бархатного, художника такого более камерного, почти миниатюрного склада живописной творческой направленности. И вот зритель, изучая детали этих двух произведений, как раз может очень хорошо ощутить, что, с одной стороны, прообразом является знаменитый отцовский оригинал, картина, ныне хранящаяся в Брюсселе. С другой стороны, он сможет понять тонкости живописной манеры. У Яна Брейгеля-Бархатного она такая более изящная, тонкая, такие тонюсенькие мазки и мазочки, очень часто завихряющиеся в своей ритмике, в своем движении, и такой более графичный, более декоративный, живописный строй произведений его старшего брата Питера Брейгеля-младшего. Важное место в творческом наследии Питера Брейгеля-младшего и его мастерской занимают произведения на сюжеты из нидерландских пословиц. Естественно, прообразом для них стали картины Питера Брейгеля-Мужицкого. Иллюстрация национального фольклора – это важное место в творческом наследии и отца, и сына Брейгелей. Но самое главное, что каково функциональное назначение этих произведений. Долгое время исследователи полагали, что вот круглая форма такого рода изображений, она связана с тем, что художник, изображая какие-то пословицы, поговорки, критикуя какие-то пороки, они пытались этим изображением придать вселенский масштаб, вселенский характер, как бы символ круга, символ Земли. Это на самом деле изначально создавалось как некие декоративные тарелки расписные. Их не использовали функционально, из них не пили, не ели, они просто висели на стенах или стояли, скажем, украшали верхнюю часть камина. То, что перед нами, это изображение аллегорической сцены «Богачи льстецы», ей и сопутствует надпись на нидерландском языке о том, что у меня много денег, и все стремятся в меня залезть, буквально, чтобы, так сказать, завладеть этими деньгами. Эта работа принадлежит к числу наиболее ранних в художественном наследии Питера Брейгеля-младшего. Эта работа показывается отечественному российскому зрителю впервые. Она очень интересна, как один из самых ранних образцов творческой биографии Питера Брейгеля-младшего. Ян Брейгель-старший, или, как его принято называть, Ян Брейгель-бархатный, в творческом отношении прямая противоположность своему старшему брату Питеру Брейгелю-младшему. Это художник подчеркнуто миниатюрного, кабинетного склада
произведений, писавший в необычайно тщательной и изящной манере, произведения которого были адресованы просвещенному глазу и вкусу знатоков. В коллекции Маургаузус представлены натюрморт и сцена из такого, говорится, аллегорического мира образов обезьян. Ну, что касается изображения обезьян, это сюжет, который восходит к произведениям самого Питера Брейгеля Мужицкого, где обезьяна является воплощением каких-то низменных страстей и пороков грешного человечества. Но Ян Брейгель стремится придать этому необычайно тонкую, изящную интерпретацию. Его произведения буквально следует рассматривать в лупу. Особенно вот эта тонкость и изящество живописи отличает цветочные натюрморты Яна Брейгеля Бархатного. Собственно, этот художник стал одним из главных родоначальников вот этого жанра изображения букетов цветов, которые получат последующее распространение в искусстве не только Фландрии, Голландии, но и других европейских стран. Надо сказать, что Ян Брейгель Бархатный, как я уже говорил, он с точки зрения стиля, может быть, прямая противоположность не только Брейгелю-младшему, но и отцу Питеру Брейгелю-Мужицкому. Большее значение для него имело обучение приемам миниатюрной живописи, которую он позаимствовал у своей бабки Марии Верхюлст, бывшей превосходной миниатюристкой. И такого типа произведения Ян Брейгель Бархатный создал в период своего итальянского путешествия, когда он несколько лет провел в качестве придворного художника миланского коллекционера Фредерико Баромео. И он естественным образом создал такого рода тип изображений, вот, которые необычайно заинтересовали его просвещенного покровителя. И когда Ян Брейгель уезжает к себе на родину, в Антверпен, он получает заказ продолжать писать такие натюрморты для Фредерико Баромео. Он пишет очень медленно, потому что цветы, которые изображены в его натюрмортах, в его букетах, они цветут в разное время года. И он должен дождаться, чтобы каждый цветок начал цвести, чтобы он смог его изобразить с натуры. И здесь это не только такая вот дотошность и педантичность художника, но это стремление создать нечто такое, чего нет в реальной природе, что выше реальной природы. Воображение, фантазия художника оказываются выше тех впечатлений, которые мы получаем в повседневной жизни. И такого рода его работы оказали огромное влияние на последующие поколение художников, прежде всего в Фландрии. На выставке представлена группа из трех произведений, принадлежащих творческому наследию Давида Теннерса-младшего, очень известного фламандского живописца второй-третьей 17-го столетия. Его первая жена Анна Брейгель приходилась дочерью Яну Брейгелю Бархатному и, соответственно, внучкой Петру Брейгелю Мужицкому. Работы Давида Теннерса-младшего пользовались огромным успехом как среди современников, так и среди последующих поколений коллекционеров. Вот эта маленькая композиция «Крестьянская пара», читающая письмо на кухне, являющаяся аллегорией зрения, входившей вот в эти эмблематические циклы пяти чувств. Маленькая, изящно написанная картина на медной пластине, адресованная, конечно, для коллекции какого-то очень понимавшего в живописи собирателя. С другой стороны, большая картина «Крестьянская кермесса возле таверны в городке Перк на фоне замка Три башни». Это поздняя работа Теннерса, картина, повторяющая в заметной степени центральную часть аналогичной композиции, принадлежащей картинной галерее старых мастеров в Дрездене. Но здесь добавлен такой автобиографический момент изображения вот этого замка «Три башни», «Кастель де Драй Торен» по-нидерландски. Дело в том, что Теннерс, как я сказал, был очень ценимым современниками человеком. Он был достаточно преуспевающим, состоятельным. И самое главное, что после смерти первой жены Анны Брейгель он женился
на дочери секретаря Государственного совета графства Брабант и таким образом породнился уже с аристократической дворянской семьей. И ему, естественно, не давала покоя слава Рубенса. Рубенса, конечно, уже к тому моменту не было в живых, но у Рубенса был замок Стен, который он изображал в своих поздних работах. И вот Давид Теннерс-младший тоже решил обзавестись такой аристократической недвижимостью. Он приобрел этот замок «Три башни». И вот таким образом изображение крестьянской кермессы, столь популярное в глазах современников художника, он еще дополнил таким вот вполне конкретным автобиографическим моментом, продемонстрировав то, что он является владельцем вот этого средневекового замка. Одной из примечательных особенностей коллекции Читы Маургаус является достаточно представительная подборка произведений ранних фламандских, голландских и немецких натюрмортистов. Произведения, которые принадлежат категории так называемых накрытых столов. Это ранняя фаза в развитии нидерландского натюрморта. Здесь прекрасный натюрморт Изака Соро. А также на выставке представлены две работы Балтазара ван дер Аста, известного голландского натюрмортиста. В частности, вот эта композиция, изображающая натюрморт с фруктами, раковиной и обезьяной. Обезьяна написана не Балтазаром ван дер Астом. Удалось установить, что соавтором Балтазара ван дер Аста был художник Иоганнес Бауман. Одной из важных сторон концепции нашей выставки была возможность наглядно продемонстрировать зрителю эволюцию и судьбы, в большом смысле, судьбы брегелевской традиции в искусстве Голландии и Фландрии всего 17-го столетия, не только начало первой половины, но и более поздних этапов. И для жанровой живописи очень показательным примером является подписная картина ученика Рембрандта Яна Викторса, картина, изображающая разделку туши быка. Это идея изображения свежевания туши свиньи или быка, это как раз восходит к брегелевской традиции в широком смысле этого понятия, но очень трансформируется в связи с индивидуальными способностями каждого мастера и, самое главное, тем хронологическим этапом, тем хронологическим участком времени, в которое он работал. И в данном случае художник, получивший профессиональное обучение в мастерской Рембрандта, он очень тонко обыгрывает все вот эти цветовые и фактурные особенности разделки туши огромного быка. Но картина при этом имеет и символический контекст, который раскрывает изображение маленькой девочки на втором плане, которая надувает пузырь, мочевой пузырь животного. А традиционно это символ бренности и мимолетности человеческого бытия, равно как и всего окружающего материального мира. Как начинается брегелевская традиция в творчестве гениального Питера Брегеля Мужицкого и особенно его сыновей, то, что демонстрировал первый раздел выставки, мы в области бытового жанра показываем завершение этой традиции в хронологии и в типологии на примере этой картины Яна Викторса. По хронологии и типологии выставку завершает пейзаж, прибрежный пейзаж с деревянным мостом, мельницей и замком на вершине горы, кисти прославленного голландского пейзажиста Якоба фан Рёйсдала, художник-философ, который изображению природы умеет придать глубокий смысл. Сами образы природы создают представление какой-то внутренней динамики, цикличности в развитии материального мира, мира природы и места, которое занимает в нем человек. Это произведение принадлежит к числу поздних произведений Якоба фан Рёйсдала. Оно создано
в первой половине 1670-х годов. И в его основе, его художественного решения, композиционно-пластической типологии, безусловно, лежат воспоминания от альпийских пейзажей Питера Брегеля-Бужицкого, которые были широко известны современникам и последующим поколениям коллекционеров благодаря репродукционным гравюрам. Но самое главное, благодаря творчеству художников, которые напрямую испытали влияние Брегеля-Бужицкого, Якоб фон Рёсдаал изображает природу очень нетипичную для Голландии. Голландия – равнинная страна, а здесь горы, вершины которых вздымаются выше облаков. Вот это облачное небо, движение облаков – все это сообщает изображению ощущение какой-то внутренней динамики и скрытого драматизма. Надо сказать, что это произведение не только вот интересно с точки зрения того, как видоизменилось и во что вылилась брегелевская традиция уже, скажем, спустя практически 100 лет после смерти Питера Брегеля-Мужицкого. Но это произведение интересно именно как определенный этап в развитии голландской художественной школы. Оно также показательно, как в высшей степени характерное произведение очень крупного и ценившегося во все времена, во все эпохи голландского пейзажиста, коим был Якоб фон Рёсдаал. Качество живописи, представленных здесь произведений, и набор имен художников, которые создали эти картины, они вполне сопоставимы с экспозициями крупнейших музеев мира. На выставке представлены также произведения очень многих художников, которые просто за отсутствием времени я не мог сегодня упомянуть. Но это работы Яна ван Гоена, Эсайса ван Невелда, Соломона ван Рёсдаала, Себастьяна Вранкса, Яна Давидса де Хема, Яна Фейта, Франца Снайдерса. То есть это вот как раз тот круг имен, которые, как правило, составляют вот набор тех, так сказать, главных творческих индивидуальностей, которые характеризуют развитие голландской и фламандской живописи в экспозициях крупнейших музеев мира. Мы постарались выставку организовать так, чтобы показать три главных раздела. Это живопись Питера Брегеля-младшего, картины Яна Брегеля Бархатного и Яна Брегеля младшего. Это второй важный раздел. И третий раздел – показать судьбы брегелевской традиции на протяжении 17-го столетия в искусстве Фландрии и Голландии. И здесь как бы таких три своих части внутри этого раздела. Это пейзаж, бытовой жанр и натюрморт. И, как я уже говорил, все эти произведения представлены именами очень крупных мастеров, а их произведения являются поистине таким важным и неповторимым вкладом, каждое взятое в отдельности, вот в эту огромную, в огромное здание истории мирового искусства, которое немыслимо то без частных собраний. Есть не только крупные музеи, крупные и маленькие музеи в мире, но и есть частные собрания, которые также являются важной стороной истории старого западноевропейского искусства. Благодарю за внимание.